Здравствуйте, уважаемые любители спорта. Венесуэльский лыжник, который прославился на весь интернет, станет бизнесменом. Предысторию этого события смотрите в первой части под названием «Горе-лыжник 80 уровня». Напомню, что Адриан Сарана на чемпионате мира смог кое-как выступить в двух гонках. Спортсмен рассказал, что с юмором относится к тому, что получил прозвище «худший лыжник в мире». В Финляндию я прибыл в 3 часа утра, уже в день соревнования, так что впервые на лыжи встал всего за 5 часов до гонки. Тогда же и впервые увидел снег. Один финский бизнесмен открыл сбор средств для того, чтобы Салана смог приехать на чемпионат мира в Финляндию. В ходе кампании удалось собрать 10 тысяч евро. Часть была потрачена на подготовку Салана, а 2 тысячи евро, которые остались, он пожертвует финским лыжникам. Кроме того, Салана планирует открыть свой интернет-магазин, где будет продавать шапки с его именем. Всю выручку с продаж он отдаст на развитие юниорского лыжного спорта в Финляндии в качестве благодарности финнам, которые помогли ему принять участие в чемпионате мира. Быть может, в бизнесе ему больше повезет. Увидим. Спасибо, что смотрели этот обзор. Если он вам понравился, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Это бесплатно.